саженцы клематиса крупноцветкового Innocent Blush вырастают до 2 метров высотой и начинают активно цвести с мая до октября. Именно пышность цветения данного кустарника привлекает к нему внимание множества садоводов. Диаметр бутонов достигает 12 сантиметров. Они располагаются очень кучно, и когда бутоны распускаются, практически не видно зелени кустарника. Цветы издают приятный аромат и имеют необычную текстуру. Примечательно, что они спокойно выдерживают сильнейшие морозы, до минус 30 градусов, их не придется специально кутать или утеплять. Высаживать нужно на плодородной почве в хорошо освещенном месте. Клематис крупноцветковый Innocent Blush – это многолетнее растение высотой 150-200 см. Лиана лучше всего подходит для одиноких посадок, групповых посадок. Клематис прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для суглинистых почв. Расцветает клематис крупноцветковый Innocent Blush в месяц май, июнь, август, сентябрь. Цветок окрашен светло-розовый с более темным румянцем, махровый цвет. Интересные цветы клематис могут быть до 12-18 см. Клематис крупноцветковый Innocent Blush создал Zapan Marczynski, Польша. Создан сорт был год 2012. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.